Может, пойму. Народ разошелся. Можно туда-сюда бегать. Да, так, такой не каждый день увидишь. Ну, Ростик, это сколько сегодня соединять-то буду? Опять сейчас так, раз боком. Нравится, как он так. Господи, да сколько можно? Нет, покрышку нашел вместо рыбки. Рыбку ищи там, рыбку, а не покрышку. Блин, такую огромную рыбу Дантин не может. С палкой. Ручек, к тому же наступить можно на нее. Но я вообще не понимаю, как там. Тут же... Она как раз в том месте там и должна... Тише ты, ну что за слова, сыночек? Я кот сказал, нифига себе. Ничего себе можно сказать. Да, да. Ростик. Нашел бы рыбку, я пошла дальше бы снимать. А мне сегодня весь день только около белых. Пешком там походи, лапками своими, наступишь на рыбку. Здесь есть хоть шанс, что поймает. Здесь есть, так сколько мы ждем уже этого шанса? Там наступить, говорю, вот, расплюнуть. Это же не тот бассейн. Там есть большая, огромная рыба. Огромная вот такая. Я взяла, выключил. Это пора за тебя, Эрит. Да. Ну, не, с покрышкой все. Там что, кроме покрышки нет ничего на дне? Палка. Ну, палку. Уже и палку, и покрышку нашел. Ай! Это у нас не голодный убирать. Конечно. Сейчас Машка сожрет уже. Что-то застрял надолго. Может, нашел? Нет. Нет. Ничего не понимаю. Правда, куда рыбы-то делаешь? Там искать-то негде. В одном месте. Лапы такие. Да она огромная. Там же... Куда уж? Такую долго глотать-то придется. Да ему неинтересно. Так, вот покрышка была. Этот пока ты вот так там наступить, расплюнуть. Прикольно. Я вообще не понимаю. Всегда есть шанс, что покрышка попадется. На дно. Пошли дальше. Смотри, Тимон. Боком так раз сюда. Ой, я думала, там уже рыба. Думала, там уже волны вон какие. Ну, сегодня у него показательное выступление у Ростика. Перед жителями. У тебя как Черное море тут, вон какие волны. Thank you.